Друзья, всем привет! Новое видео на канале. И спустя 2,5 дня происходит то, что происходит. Я стою и сейчас поеду отвозить этого белого красавца обратно продавцу, потому что несоответствие чего? Правильно, заявленных характеристик. Было заявлено, что у нас покрышки бескамерные поменены. Было заявлено, что поменен, соответственно, аккумулятор. Меня поправили в предыдущем видео о том, что производитель банок Samsung, и так вот, ну и типа покупателю, на самом деле продавцу точнее, мастер, продавец не разбирается, продавцу мастер сказал, что аккумулятор Samsung. Убедиться в том, что АКБ Samsung не представляется возможным, потому что нижняя крышка пластиковая, деки, она на сорванных, соответственно, винтах. Что у нас, то есть 10 винтов я могу скрутить, а 7 нет. Ломать я не хочу. А камерные колеса, бескамерные колеса оказались на самом деле камерными. Поэтому вот такие вот дела. То есть переднее колесо начало спускать спустя 2 дня. Я разобрал, размонтировал внутри камеры, причем старая. Что из этого получилось, смотрите прямо сейчас. В общем, видеофиксация. Ночь с 13 на 14 июля 2020 года. В том понимании, что продавцом через мастера было сказано, что покрышки поменены на бескамерные. После того, как на второй день владения самокатом переднее колесо у нас перестало держать воздух, было принято решение вечером, это произошло днем, то есть я обнаружил, что не держит. Было принято вечером решение аккуратно снять колесо. Соответственно, первое замечание. Здесь сорван винт крепления. Давайте даже фотографию сделаем. Потому что неправильно подобрали шестигранник при, может быть, попытке сворачивания, либо ставили непосредственно камерную систему, камера плюс покрышка, потому что покрышка вот она отдельно. Сейчас я ее буду ставить обратно. То есть из чего мы делаем вывод, кто кого обманывает, непонятно. Вот у нас покрышечка, вот у нас мотор-колесо. Вот у нас камера, она воздух не держит, скорее всего, из-за того, что, ну, вы сами видите, что происходит с ней. Труха просто. Соответственно, из-за этого можно сделать вывод, что заднее колесо, скорее всего, такое же, потому что ниппель у нас подразумевает, прямой ниппель подразумевает, что, скорее всего, здесь, ну, это колесо вроде как держит. Но здесь, скорее всего, тоже камера, это не бескамерная резина. Вот у нас такие вот моменты. Ну, это, скорее всего, у нас тормозная колодка, которую тоже надо менять. Но самый главный аспект, который не проверить, также продавцом было сказано, что поменен аккумулятор на надежный аккумулятор Samsung. Продавца уверил в этом мастер, который делал, скорее всего, по гарантии. Что у нас происходит здесь? У нас здесь 17 винтов крепления с шестигранной отверткой, но большая часть из них, почти все, сорваны. По какой причине, непонятно. Некоторые сорваны до такой степени, что вот здесь вот, например, пластик сломан. Вот здесь. И произвести демонтаж крышки, чтобы снять и убедиться, потому что, может быть, можно было бы договориться с продавцом о том, что продавец компенсирует стоимость шиномонтажа, и, соответственно, самокат остается. Но надо быть уверенным, что внутри, если один раз обманули с покрышками, которые бескамерные, то где вера в том, что здесь стоит натуральный аккумулятор под названием производства компании Samsung. Снять данную крышку невозможно, она пластиковая, 17, повторюсь, креплений, 10 из них аккуратно снять можно, 7 из них, соответственно, нет. Одно из креплений, то есть 17 минус 1, вот оно отсутствовало, его попросту нет. Не знаю, по какой причине. Вот такие вот дела. Самокат полностью помыт, в плане, что внешне продезинфицирован. Самокат этот же, с крылом, которое непосредственно сломано. Такие дела. Вот, дорогие друзья, это финал истории.
окончания второго видео. Хорошо, что попался продавец вменяемый. Хорошо, что есть такая договоренность, как Many Back. Советую ей воспользоваться, прибегать. Это устная договоренность с порядочными покупателями, с порядочными продавцами. Когда ты, по сути, просишь продавца дать тебе время на проверку. Потому что если продавцу не за что переживать, он, как правило, это время предоставляет. День, два, три. Ну, обычно не больше 3 дней. Я взял эти 3 дня на проверку, всплыли проблемы. Проблемы, которые не проверить. И получается, покупка БУ самоката в бюджетные деньги оказалась такой себе еще задачкой. Этот самокат, скорее всего, будет продан вторично, троично или еще как-то. Туда просто поставят камеру, которая стоит 350 рублей. И, в принципе, проблемы как бы как таковой нет. Вопрос в том, что нужно ли мне это? Если мастер в переписке утверждает, даже после того, как колесо спустило, мастер утверждает, там бескамерные колеса, бескамерные покрышки, там спускать нечему. Я разбираю самокат и вижу камеру и покрышку, переднее колесо. Скорее всего, заднее точно такое же, потому что под прямой ниппель, там без золотника, скорее всего, это камерная покрышка. Может быть, этот мастер имел в виду, я предполагал, может быть, этот мастер имел в виду, типа, мы поменяли покрышки, и мы, типа, друг друга не поняли с покупателем, ой, с продавцом. Да нет, это не так. Почему? Ну, потому что, во-первых, смотрите, тут на вранье очень легко все ловится. Во-первых, надо быть порядочными, это первый момент. Если я что-то продаю, я всегда указываю нюансы и недостатки. И от этого, соответственно, цена, от этого торг. Далее. Если бы это было бы так, если бы мы неправильно поняли мастера вместе с продавцом, то, получается, не было бы утверждения в день выявления проблемы, то бишь вчера. Вот не было бы этого. А он русским, черным, по белому русским языком написал, там бескамерные колеса, там нечему спускать, не знаю из-за чего, типа, дурачок, не знаю из-за чего спускает. Ну и где вера? То есть, если бы проблема не в том, что поменять камеру или поставить, я все равно собирался на этом самокате ставить бескамерные колеса и камерные колеса. Но вопрос в том, что если меня обманули с камерными колесами и бескамерными колесами, и при этом человек утверждает о том, что аккумулятор там высокого качества, то веры этому человеку нет. Такие дела. В общем-то, спасибо, что посмотрели. Спасибо, что со мной. Лайкайте видео или дизлайкайте. Пишите свою версию в комментариях. Пиши Дональдак, если досмотрел до этого момента. Ну и совсем скоро увидимся. Смотрите другие мои видео. Всего доброго. Пока-пока.